Так, всем привет, пока, пока, привет и все дела. Короче говоря, продолжаю, не знаю, выложил сразу или нет, как уже говорил. Только что, но для вас, возможно, не только что. Так, остановился я на том, что изучил энергослизня недавно. Вот, и из него теперь я могу сделать вот это. А что это? О, он реально скорость производства? Не понял. Он 7,5 ватта дает или что? Так, подожди. У меня там еще задание было. Задание, исследование. Можно еще их улучшить, наверное. Вот, типа вот эта фигня. А, нифига, 2 минуты уже. А это что? Желтые энергомодули. А это? Сканирование слизней. Сканирование слизней. А, я смогу с помощью сканера находить... Чего за разгон производства? Так, мне надо и то, и другое. 2 минуты ждать надо. Сера. Сера тоже есть. Блин, тут 3 секунды. Да, но вначале это, а потом уже то. Ладно. Подождем, мы не гордые. Вот, меня интересует, что вот это за фигня. Давай сделаем. 2 штуки сразу. Типа... Это куда надо? Сюда? Не понял. И что делать? Подожди, надо посмотреть на него само. Слизь энергослизней, спрессованная в твердый кристалл, изучает странную энергию. Стандартный чертеж производится в конструктор верстак. Конструктор или верстак? Типа конструктор. А, производится. Подожди, конструктор. Конструктор вот этот? Это мастерская. Но это верстак. Она тут производится. Подожди, в конструкторе тоже производится. Типа вот в этом, да? Это плавильня. Это плавильня, вот конструктор. Ну, типа, можно то, что сделать их тут. Это понятно, но... Что мне с этим делать, я не понимаю. Ладно, уберу пока, короче. А, может, изучить его тоже надо? Хотя зачем мне изучать то, что я изобрел? Ну, то, что я сам сделал. Давай 20 секунд тогда подождем еще. Посмотрим, что тут для нас откроют. Непонятно пока. Фонарик надо включить. Фонарик — это наше все. Все, 20 секунд прошло. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Бабах. Сканирование слизня на здесь выбрали. Так, сканирование слизня. Я типа их теперь могу найти тут? Нет, нету скана. В смысле, на сканере должны появиться, нет? Нифига не понял, ладно. Вообще ничего не понял. Это дорого. Подожди, отстань. Да отстань, пожалуйста. Закройся. Ну не полностью. Так, вот это. На это хватает. Разгон производства. Блин, выглядит прикольно. Сейчас смотри, нужно, короче, это, серу замутить. Во. Так, отлично. Чё это? Черный порох? Чё-то взрывать могу, да? Катерий. Катерийный слиток. Катерийный слиток. Награды. Катерийный слиток. Затраты. 50. Надо 50 этой фигни найти. Так, а это что? Чуть не понял. 6 этих надо, да. Здесь фигня. Короче, я везде встал в ступор, кроме вот этого. Вот это единственное, что... А, да? Так, что ли? Вот так ты со мной, да? Надо, короче, кстати, пополнить этот... Подожди, что-то я не то взял, по-моему. Там, по-моему, провода нужно было. Все, возьму, короче. Надо пополнить электроэнергию, по-любому она скоро закончится уже. А, нифига, так много осталось еще. Так, где... Что я хотел? А, да. Так, где там? Ага, разгон производства. Если чё, типа, разгоняться будем прям. Будь здоров, разгонимся прям. Ух. Производить будем в 50 раз быстрее, наверное. Так. Сборка деталей. Как я не хочу этого. Чё-то здесь так много всяких деталей. Аж страшно. Прыжковые площадки. О, типа, можно будет прыгать. Желейная посадочная. Как в мультиках каких-то, типа, прыгнул такой бульк, приземлился. Так, красящий патрон. Что за чудо-магазин? И чудо-утилизатор. Есть лишние ресурсы, не бойтесь. Мы всегда...
Так, интересненько. В принципе, можно. Третий. Завершите первую фазу космического лифта. Так, самое главное сейчас, по-моему, это космический лифт, правильно? По логике. Тут я ничего прям такого крутого не вижу. Мне электроэнергия вообще нужна. А если ее тут нет, значит все, давайте мне космический. Хотя вот эта вот штука... Нет, подожди, космический лифт что вообще требует? А, основные ресурсы в огромном количестве. Понял. То есть, в принципе, просто ждать? Так, надо целью выбрать космический лифт как-то. Можно? А добавить в список дел ПКМ. Не понял. А, ПКМ. Оп. Оп. Ага. Железный пруд. Хорошо, сейчас возьмем. Что-то мало. Они там идут к тебе, нет? Потихоньку идут, хорошо. А, проволока. Тоже мало. Бетон. Бетона, наверное, уже накопилось. Он там один одинешенек наверху долго уже стоит. Так, надо электроэнергию закинуть, потому что иначе, мне кажется, мы вырубимся и будем плакаться. Вообще, довольно надолго хватает электроэнергии. Я его один раз собрал и хожу только закидываю. Правда, скоро уже будет печально все это, наверное. Так, 170. Скоро, наверное, печально будет все это и закончится моя электроэнергия. Пока что ее хватает. Что у меня там, кстати, есть? Катерийная руда, которая очень... А, еще и сера. Зачем я это сделал? Бетон, 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 бетон. Посмотрим, что тут есть. Давай 500-ку. Хотя какая разница вообще? Не помимо... Да уйди. Не понял. А что я посмотреть не могу? А еще ничего не открывается. Так, подожди. Давай сохранить. Марс. Давай сохранить. Подтвердить. А что-то не сохраняется. Ой, это еще не это. Буква Е не работает. Чего это? А, во. Заработало внезапно, хорошо. Значит, сейчас, раз такое дело. Давай Катерину посмотрим. Капец. Где? 900. Не то, 900. Это не то. 1200. 900 метров туда. У меня таких количество, таких в таком количестве ресурсов не будет. Так что давай пока лифт построим, а там посмотрим. Лифт построим, а там посмотрим. А пока пойду добуду, короче, что-нибудь. Туда, к морю, да? Хотя не, вот туда. Листву добуду и заодно посмотрю, что там есть еще. Наверное, так. Наверное, так. Хотя не, я там был уже, не так интересно. Пойдем туда. Хоть я там и мало чего обследовал, но я там, по крайней мере, был, понимаешь? А в той стороне вообще не был. Шо там, посмотрим сейчас. Или был. Чуть я уже запутался. Не, по-моему, не был. По-моему, не бегал я туда. Ну да, по-любому я не бежал туда. Опа. А и чё у нас? Блин, если железо или медь, то не весело. Ай! А хотя у меня задание 10 панцирей его набить, так что давайте сюда. Что-то потненько было немножко. Так, это какая руда? Железная. Ой, отстань. Железная руда у нас уже добывается из двух источников, правильно? А, подожди, я не сделал... А, ну да, у меня и нету этого... Собирателя. Правильно? Я только прочитал про конструктор, который из двух деталей делает одну деталь. Но у меня его по факту нету. Так, тут какое-то каменное место. Тут эти крики слышишь? Какая-то обезьяна где-то вдалеке, знаешь, орёт. Помимо этого еще какой-то сверчок стрекочет.
во всех играх всегда нужно прислушиваться, особенно если ты не понимаешь, где ты, это где-то инопланетная. Это энергослизень, да? Как мне к нему подняться? В принципе, тут другой есть. Не очень-то и хочется мне к вам, мистер. Тут есть другой слизень. Можно от тебя убежать, я просто... А, у меня задание. Стой, ты куда? Ты где? Куда ты носишься? Че это? Уже я их собрал, получается, 8 штук, да? Панцирей. По-моему, 8. Еще надо 2. 2, получается, и будет у меня что-то. Что-то будет. Исследование какое-то. А, биомасса, по-моему, там просто. Я смогу из них делать биомассу. Надо насобирать листиков. Это тоже биомасса. Опа. А это бетон, да, вот этот? Ай, блин. Да ты остановился, я думал, ты завязал с этим. Я думал, ты образумился. Стал хорошим питомцем, а ты такой нехороший. Так, надо пожрать, пока не поздно. У меня аж 15 орехов. О! О! Вот это я понимаю. На колесико теперь, короче, меняется. Можно сразу две этих взять. Вот это правильно. Давно бы так. Так, обычное место, да, это бетон. По-моему, что-то впереди есть, в кустах. А, вон там этот шевелится. Бычара. Такой же. Кабан, бык, носорог, как его назвать, не знаю. А, у него же имя есть, наверное, ну-ка. Как тебя... Ой, блядь. Как тебя зовут? Инопланетный панцирь, понятно. Понятно, название тебе не дали. Просто инопланетное существо, инопланетный панцирь. Так, вот эту корягу мне отдай. Слушай, я не заблужусь, кстати, да? Тут же хаб всегда показан. Ага. Значит, можно идти, не боясь ничего почти. О, еще один. Я не понимаю, зачем эти энергослизни, но их, наверное, надо будет дофига. Учитывая, как они попадут... Бля, там сзади. Там сзади мутант тот здоровый. Ты где? Ебать ты гоняешь. Пацан, не гоняй. Подумай о матери. Я тебе говорил же. Эх, себя не любят и других. И других губят. Так, собственно, этого гиганта не вижу пока. Так что пойду добывать. Мне, наверное, это какое-то оружие или типа того, чтобы с ним справиться. Это как в Скайриме на великана пойти. Я помню, как я в первый раз великана встретил, это было вообще эпично. Я, короче, вначале вообще не понял, что меня убило. Я просто улетел в небо. Ну, в начале земля... Блять, он идет, надо быстрее взять. Блять. Мне еще, знаешь, вот эта атмосфера напоминает принцессу Мононоке. Типа там тоже существа, вот как это, ну, типа унесенные призраками, принцессы Мононоке, вот это вот одна тема какая-то. Из-за вот этого существа здорового. Странно нарисованного, блядь, я слышу эти звуки. А, это слизень был. Бля, я подумал, это он ко мне идет.
Это что такое? Типа, помните оленя? О, блядь! Сука, таракан ебаный. Куда же без тараканов-то инопланетных? Он все еще за мной бежит? Еба, он там за мной несется. Я его в листе вообще не вижу. Он, походу, быстрее меня, судя по звукам. Чертильник. Все, отвалил. Так, у меня пол жизни, надо, короче, свалить отсюда. На всякий случай. Потом еще вернемся, у нас будет время. Я думаю, там уже просто добылось все нужное для энерголифта. Ой, для космического лифта. Поэтому, собственно, можно и не париться. Вообще, вот там же море, раз вот река идет. Горные реки какие-то спускаются. То есть там вообще добыча воды должна быть отличной. Ну, к тому, что в начале игры говорилось, мол, трудности с водой. Но вода здесь для чего-то по-любому нужна будет. Раз ее не надо пить. Чё встал? Не знаю, что он встал, но это железо, да? А, медь. Это уж самая фигня. Так, по поводу... Еще один энергослизень. Капец вас тут, чуваки. Сплошные энергослизни. Так, здесь железо. Мне надо усиленную железную пластину создавать. Не вручную. Она слишком долго создается, это прям муторно так. Надо по-любому сделать, чтобы она сама добывалась. Это что там такое вот там вдалеке? Вон там вот, видишь? Как будто спина какая-то пупырчатая. Хотя не, навряд ли, вон там еще что-то, еще одна такая же. Или это существа какие-то? Не знаю. Не знаю! Главное, чтобы они завод мой не рушили. Все встало? Не, есть еще. Электроэнергии нормально хватает. Приличненько, приличненько. Постройте космический лифт. Да все, я уже почти построил. Сейчас смотри. Беру, значит, здесь. Вот эту фигню. Отлично. Проволоку, значит, беру. Где я заблудился? Вон там проволоку беру. Есть 700? Ай, блин. Не хватает, значит, не хватает чутка. Опа. Проволоки не хватает. Даже не знаю, что делать. Ну, типа, копить, ждать или как-то ускорить это все. Так. А реально, чё он такой медленный? Почему медь так быстро поступает, а проволока так медленно? Проволока — это же единственное, что делается из этого. Во втором тоже проволока делается. Почему он такой медленный? 4 секунды, 100%. А, типа 100% производительности, да? Все хорошо, то есть у него... То есть проблем с ним никаких нету, по факту. Ладно. Сейчас у меня панцирь изучится. Так, разгон производства. Разгон про... А, разгон производства, кстати. Как-то разогнать тебя можно? Чё это? Блин, надо воды попить, что-то у меня в горле. Слизь энергослизней, спрессованная в твердый кристалл. Скорость производства... Так вот, то, что я хотел, да? Не понял. У меня же была... А, я ее убрал. Я ее убрал. Все, теперь понятно, зачем энергослизни. Они не дают электроэнергию, но они усиливают производство. Это даже лучше, наверное. Подожди, так у меня же 4 слизи в руках. Не понял. Разгон. Ну. А, надо положить, типа. Вот так. О! Еще можно, слышь? Давай еще. Ничего себе. Подожди, а насколько... Смотри, давай посмотрим. Значит, он... Не понял. Один медный слиток. Три... Да что такое?
Ужас какой-то. Сейчас в горле прям как будто камешек какой-то попал. Может, муху проглотил? Миху, как говорится, с открытым ртом, не это, а муху. Что еще можно? Смотри, производится две проволоки 60 в минуту. Что-то я не понимаю нифига. Ты производишь сколько? Производит 30 в минуту. Один медный слиток 30 в минуту. Так, хорошо, 30 в минуту штук производит. Подожди, а это 60 в минуту производит. Правильно? А я могу забрать обратно? Не могу, что ли? А, могу. Ну тогда пусть будет пока. Пусть на ускорении пока поработает, так сказать. Можно даже третий, наверное. А, он 12... 17 мегаватт. Нет, ты так много у меня ватт не жри. Хотя бы давай вот так, ладно. Все, пока вот так сойдет. Ускорение есть, все классно. А лента не задерживает это все? Типа... О, уже 150, нормально. Бетон что-то тоже, может его тоже ускорить? По логике, из того, что мне надо ускорить, я даже не знаю. У винтиков вон зазор, смотри, какой большой. Так-то, если подумать. А, это что, Провода. У проводов зазор больше. А, там надо все ускорять, наверное. И медь, и это... Вот у этих прям, смотри, как плотничком идет. Прям, ух. Здесь вот немного с зазором идет. Здесь с еще большим зазором идет. Ладно, неважно. Сойдет и так, в принципе. Сейчас дождемся бетона. Я думаю. А, надо посмотреть, если здесь 100 этого. Известняка. А, известняка мало, смотри-ка. Видишь, да? Известняка не хватает, да, что если надо идти туда, к известняку, ускорять его. А может быть даже виноват не известняк, не то как перерабатывается известняк, а то как он... А, не, он же добывается там только, то есть надо тогда добычу ускорять просто и все. А в том, что провода довольно редко идут. По-любому в начале, так же как и здесь, нужно ускорить вот этот, чтобы он быстрее провода вот эти вот... закидывал на конвейерную ленту. А потом еще плюсом кабель прокачать. Пошел я переработаюсь, короче, пацаны. Давай, счастливо. Удачи. А, это же склад. Значит, что мне надо-то делать? Кроме как ждать. Ничего? Ладно, подождем. А, сейчас изучим. Вот же изучить хотел. А, так, что тут? Питательные... Я нашел что-то? Нет, не нашел. Катерий. Нет, он тут ни при чем. Вот эта фигня. Часть исследования. Анализы, структуры, анализы. Еще выберите новый объект исследования. О! Арматурный пист... Нифига, что это? 50 усиленных? Иди нафиг. Это что? Улучшенный поезд неплохо, только проблемно. Арматурный бол... В смысле, вначале надо пистолет, а потом еще для него болты отдельно. Что-то как-то сложно. Ключ какой-то. Улучшение сканера объектов. Понял. Не понял, но понял. Ладно, пока так, подождем. Подождем пока, посидим, посмотрим, что там еще можно. Надо запланировать пока, короче. Смотри, вот эта вот фигня по-любому нужна. Но сейчас я не буду ее делать, потому что тут, возможно, есть ресурсы, которые нужны мне для этого. Типа железный пруд, например, нужен. Потом железная пластина тоже нужна, да. Кстати говоря, да. Вначале я лифт построю, а потом уже все вот это вот непонятное. Ассамблер. Вот ассамблер, офигенная штука. Нужно, короче, сделать так, чтобы вообще все детали производились. Вот это тоже деталь, видишь на ней квадратик? Это, я так понимаю, деталь. Причем она делается из чего-то двух. По-любому медная проволока. Медная проволока и стальной лист, наверное. По логике. Ротор хер знает вообще. Ну, ротор по-любому из медной проволоки.
штырей, короче. И медного листа, по факту-то. Нет, из самой меди, штырей и медной проволоки. В смысле, из самого железа, штырей. Ну, это чисто из штырей, наверное, каких-то. Или просто из железа. Вот это хер знает. Прыжковая площадь. Так, автосохранение, ага. Вот надо вот это вот еще. Тоже интересная, непонятная штука. Утилизация какая-то. Чудо-магазин и чудо-утилизатор. Еще улучшение строительного пистолет-настройщик. Что это? Это улучшение программного обеспечения строительного пистолета. Добавляет новую вкладку в меню строительства настройщик. Первопроходцы получают доступ к палитрам цветов, а также... О, это... Трафаретом, приобретенным в чудо-магазине. А, это чисто красящий... Это чисто... Этот. Понял? Это, короче, фигня всякая, типа там... По-любому это все раскраска, там вот эти вот цветное что-то. Да? Особое ценное. Хотя нет, не факт. Чудо-магазин не выглядит как чисто декоративное что-то. Чудо уделяю время прямо сейчас. Купоны не возвращаются. Звучит какой-то наебалово. Есть лишние ресурсы? Не бойтесь, мы фиксить всему найдем применение. Наша новинка чудо-утилизатор с легкостью превратит любую непригодную деталь... А, пригодную деталь в данные для исследования. А, не, надо, надо. Какие-то данные для исследований. Все, короче. Вначале вот этот сделаем после лифта. Лифт, потом ту фигню. Сейчас уже, кстати, лифт доделаем. Лифт, потом ассамблер, чтобы строить. Так, все, тут ровно 500. Ассамблер, чтобы делать, короче, железные пластины улучшенные в первую очередь. Все, кайф, кайф. Так, где? Особенное, да? Да, космический лифт. Мы в космос полетим или что? Ебать! Смотри на это. Он, блядь, как пол моего просто завода всего. Надо его куда-то вот сюда вот, наверное. Может, его на фундамент, кстати, поставить, чтобы красиво было. Хотя еще на него, бля, сколько фундамента тратить. Короче, вот тут пусть будет. Да? Не понял, у него еще что-то заходит? В двух местах аж. Давай вот как-нибудь... Так. Да, прикольно выглядит. Так, ресурсы улетают. И строится огромная такая постройка. Рухнул. Задача завершить фазу 1. А, это те чипы, короче, странные. Который фиг знает, из чего производится. Я под ним даже ходить могу. Ой, ебать. Эффектно ничего не скажешь. И как высоко он идет? До атмосферы? В смысле, выше атмосферы выпускает... Запускает прямо эту, да, штуку. А потом эти чисто корректируют направление. И он добирается до моей планеты. Правильно? Вроде так. Вроде все так. Ну все правильно, мы все ресурсы отсюда высасывать же должны. Из этой планеты. Мы тут чисто захватчики, чисто как эти, как паразиты. Так, пищевые, не то. Чё, ничего то из этого не надо. Мне сейчас, получается, надо задача завершить фазу 1. Чтобы фазу 1 завершить... А, кстати, куда эту фазу 1 завершить? Подожди. Подожди. Это же в лифт их надо, правильно я понимаю, загрузить? Опа.
Да, получается умная обшивка это какая-то. Доставка разблокирует уровень 3 и уровень 4. А, мне сразу откроют 3 и 4. Все, надо, короче, это сделать. Подожди, а ему электроэнергия нужна, да? Нет, не нужна. А что там было написано? Load cell sent. Понял. Понял, что ничего не понятно, ну ладно. Сейчас, значит, сделаем как? Откроем ту штуку, чтобы эти, как их называют? Забыл, умная обшивка. Да. Вот, делаем это целью. Что-то дофига всего надо. О, отлично. Тут уже накопилось. Винтики навряд ли накопились, мне кажется. Что-то дофига, 500 аж. А, нормально, нифига. Так. А, это не надо. Провода. Провода почти. А, да, все, накопились. И штыри. Штыри. Штыр. Все, сделали задание уже, сборку деталей. Кайфарик. Опа. Поехали. Просто вот так вот на все подряд тыкаем. Оно само загружается там как-то. Как надо, как положено. О. И отправляем. Сейчас сразу у нас открывается, я так понимаю, да? Да. Чё, бля? Так, цель достигнута. Доступна автоматизация производства более сложных деталей. Теперь вы можете изготавливать детали для проекта сборка и поставить их через космический лифт. Внимание, детали для проекта слишком сложны для ручной сборки. А, да? Так, смотри. 8 усиленных железных пластин. Ассамблер требует. Значит, нужно их вначале вручную сделать, правильно? Вручную сделать 8 усиленных железных пластин. Делаем, значит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готово. Так, и... Кстати говоря, надо биотопливо опять загружать, наверное. А я уже могу ротор сделать, нифига. Всего лишь винтики едут, если фигня какая-то. А это для статора проволока нужна, да? По логике. Или нет? Не знаю. Короче, сколько там надо мне их? Блин, я не посмотрел. 5, по-моему, да, было? Давай 10 сделаем. Так, все. Ассамблер. А, даже 4. Так, смотри. Смотри, 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 смотри. Чтобы сделать твердую железную пластину, надо, значит, болтики и пластину. Пластину и болтики. Вот здесь пластины у нас лежат. Вот здесь у нас болтики лежат, правильно? Правильно. Так. Так, 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 так. Тут вопрос, как бы. Мне кажется, они отдельно должны копиться как-то. И еще плюсом в эту штуку делаться. Пополам, да, сделаем? Пополам сделаем. А как? А все просто. Все просто. Сейчас, смотри. Ассамблер. Вот этот. Вот сюда поставим. Ой, подожди. Вот, тут вот. Пусть стоит где-нибудь. Подожди, не, не так. Фундамент про него. Для него подмутим. Что это? Бетона не хватает, серьезно? Ладно, до бетона сбегаем. Хотя зачем здесь фундамент так-то? Здесь нормальная территория, вот так поднялся, неудобно будет с фундаментом, согласись. Сходить неудобно будет с фундаментом. Так что нет, не надо фундамент мне, пусть сразу будет ассамблер. Вот где-то тут, да? Так, две детали в него, одна на выход. А давай куда-нибудь повыше его, подальше. Пусть он там сам себе собирает. Вот тут. А потом к нам готовую деталь возвращает. Как-то так, да? Так, а возвращать он будет, как всегда, в склад. Где? В склад. Вот сюда. Склад будет вот тут. Он будет производить твердые железные детали. А значит, здесь у нас обычные, а здесь будут твердые рядом. Согласен? Подожди, или не так?
А, я понял, как надо сделать, слышь? Наверное. Слишком много складов, согласись. Ну, типа, я понимаю, что, может быть, их когда-то понадобится очень много, прям супер длинную какую-то эту делать. Но их слишком много. Хотя нет, нормально, сойдет. Мне нравится, что так много складов отвалит. Короче, смотри. Берем вот это. Где вход? Это вход или выход? Вход, правильно? Сюда. Подожди, как-то вот... как-то вот так. Чего не хватает? Бетона не хватает опять? Ты издеваешься. Бетон, ты далеко что-то как-то лежишь. Можешь с этим что-то поделать? Так, 8-9, нормально. Сейчас смотри. Мутим, значит... Подожди, тут была у нас развилка, да? Вот. Развилка вот тут пусть будет, так как она. А чё она? А двойную нельзя? А, просто в одну не ставить и все, да? Так, короче. Вот. Как-то вот. Энергия кончилась. Черт побери. Так. Подожди. Вот это убираем. Ставим, значит, развилку. Вот сюда. Вот сюда. Так пусть будет. Потом ставим дорожку вот сюда вход, да? Ага. Потом один, значит, идет туда. Ну, что-то как-то нехорошо вот так вот сразу. Давай-ка повыше вот. Так и повыше вот. Так хотя бы. И тут вот сюда вот. Вот так. Вот так. И отсюда. Сюда как-то вот. Так. Так. И отсюда. Вот сюда вот. Правильно? Все, типа сюда будет идти это. И еще, значит, одна организация. Складской. Вот, я только что разобрал. И вместо него обратно ставим складской контейнер. Половина будет, короче, перерабатываться, половина будет копиться. Вот так. Вот так. Все, и копим половину, и перерабатываем половину. Сейчас главное только электроэнергию пополнить. То у нас с этим беда какая-то вообще. Так, где? Твердая. А, нету, что ли? Пусть так пока что. А, кстати, это что сделает? Что это увеличит? Желаемая тактовая частота. Типа лучше будет это фигачить. Больше мощи, да, даст? Не, ну надо пока. Я не уверен. Не уверен, что надо, пока поберегу. Все-таки энергослизни у меня пока что не так много. Так, значит, смотри. Вот это туда идет, хорошо. Дальше. То же самое делаем вот туда, болтиками. Значит, смотри. Здесь делаем... Подожди, не так. Вот это убираем. Так, дальше развилку ставим. Развилку ставим. А, тут лифт есть, кстати говоря. Зачем я вот так вниз опускаю? Так, подожди, смотри. А как? Стойку надо или что? Типа вот стойку я вот так вот ставлю. Вот так. На нее ставлю развилку. Да? Не, нифига не ставится. Не ставится что-то нифига. Ладно, тогда внизу поставлю. А, лифт поставлю, смотри. Лифт вот сюда. А что он вверх? Мне вниз надо. Что-то я нифига не понимаю, подожди. Вот, значит, спускаем вначале тогда. Чисто, чтобы понять, я просто. Поднимаем. Так, дальше он идет вот в эту сторону, да? Так, теперь. Подожди. Делаем вот сюда лифт, например.
Вот он сам встает прям. Вот так вот. А, он прям вот так вот. Красиво. Потом. Вот так вот троечку фигачим. И вот так вот от него к нему сразу. А, тут надо что-то... Тут надо что-то придумать. Слишком резкая. И что делать с тобой? Так подожди, я же не хочу ее такое резко делать. Я хочу ее приподнять. Да я поднять хочу, алло, додик. Так, классно. Классно, блин, классно. Вот эту тогда вот так вот. На самый верх фигачим, да, вот так. Потом вот это. Вот так. Ну, плюс-минус. И вот это вот так. Да? О! Потом вот это вот убираем нахер и стоит, да? Все, красота. У меня такое чувство, что конвейерная лента в эту сторону идет. Да? Все правильно. А, нет, заходит вроде. А там заходит? Да, там тоже листы идут. Так, меня только напрягает вот этот момент. Вот это вот. Зачем это опускается сюда? А? А? Почему лифт здесь, а не где-то вот далеко там? Вот так. Не знаю, как она на воздухе держится, но будем считать, что у нас супер-мега-титановый сплав. Так, теперь мы, значит, настраиваем эту фигню, да? О, мы можем ротор... Подожди, ротор делается из... А, это же я для ротора и собрал, да? А, не, нифига, не для... О. А, нифига, из пластины ротора. То есть я сейчас только пластину делаю. Еще модульный каркас. Он тоже из этих... Капец. Так, ладно, делаем вот это. Ускоряем, наверное, сразу тогда с помощью энергослизни, раз это у нас такая, типа, важная постройка. Но она долго делается. Включая... А, так. Специально для него вот так. А потом это соединяем с... Ну, пусть вот тут еще одна будет на всякий. Потом соединим с... Вот так. Теперь, собственно, включаем. Че, как тебе? Вроде работает, да? Пополняется долго так, нифига. 5 минут. Смотри, эти пополняются 6... А, нифига. Отрубилось, на него не хватило энергии, понял. Значит, сейчас что надо сделать? Переработать все, что у меня есть в это? В топливо? Кончилось? Нет. Здесь кончилось? Нет. А, проблема, значит, в том, что мощности не хватило. Надо будет один из этих усилить энергослизнем. Вот что я думаю. Один из генераторов. Потом. О, нифига, сотку сразу, понял. Тогда, да, крутое улучшение это получилось. Так, из древесины замутим. Сейчас все вот это тогда я замучу. Все, что у меня есть вообще, все замучу. Прям вот поставлю и буду ждать просто. Просто лягу вот так вот. О, кайф. На постельку прям прилег. Вот, на мышке просто зажал. На беспроводной. Вот. О. Все, кайфарик. Можно так вот лежать, не париться. Можно, конечно, сделать сборщик, но он будет электроэнергию жрать. Мне кажется, это неоправданно. Это биомасса, типа. Я вообще рассчитываю какой-нибудь уже другой источник энергии найти. Почему я до сих пор листики жгу? Кто вообще за счет листиков, типа, энергию поддерживает в космосе? Что за бред? Где мои солнечные батареи, я не понимаю. Сейчас в лифт отправим вот эту фигню. 50 вот этих деталей соберем. Кстати говоря, они вручную вообще не собираются, я так понял, да? Там было сказано, что сложно. Реально не собираются вообще? Да, нету, прикинь. Типа вручную фиг соберешь. Вот так-то. Вот так-то. Вначале ты делаешь одну машину, которая производит что-то... Что-то другое для другой машины. Потом эта другая машина производит что-то для другой машины, более точное. Потом эти машины, с помощью этих машин ты делаешь третью машину, которая намного более точная, чем ты, и более функциональна. И все, ты уже никто. А машина бог. И точная капец какая. Тут можно спать ложиться, просто на ночь кнопочку оставлять.
Жаль, что нет ускорения в зависимости от того, как долго ты долбишь вообще. Потому что прям, ну, долго, что-то долго. Еще в это время у меня производство стоит, что печально. На самом-то деле. У меня энергослизнич есть? Да, один остался вон он. А, я еще могу сделать энергомодуль? Серьезно? А, нет, не могу. А что тогда единичка стоит? А, это сколько у меня есть, что ли? Я думал, это всегда сколько можно сделать, а не сколько есть. Да, уменьшается же древесина. Странно. Непонятно как-то. Ну да ладно. Надо все-таки, наверное, сделать этот переработывальщик. Конструктор биотоплива. Слишком еще долго он мутит это все. Но сейчас мне не хватит энергии для этого. У меня сейчас производится, получается, усиленные эти. Каркас железный усиленный. Потом обычные пластины. Винтики отдельно. Штыри. Что там еще? Кабель, проволока, бетон. Ну и все вроде, да? Сейчас я посмотрю, что тут еще вообще есть. Надо, короче, медные листы добывать еще. И модульный каркас, чтобы они сами вообще производились полностью. Согласен? По-моему, логично. Медные листы и модульный каркас. Угу. И та фигня внизу тоже. Ротор. А потом из этого всего уже замутить этот чип, вот этот, который наверху. Забываю, как он называется. Обшивка умная его. Умная обшивка. Чем она умная, интересно? Она как Алиса, типа. Сама там как-то. Короче, в принципе. Я думаю, на этом можно сегодня закончить. Чтобы вы тут не смотрели, как я долблю оставшееся время. Хотя ладно, если ты настолько упорный, что дождался, это даже не промотал. А если промотал, то в принципе какая разница, промотать один раз или два раза. Так что я завершу тогда вот это. Запущу свою энергопитанию, сеть энергопитания. И, наверное, еще сделаю один ассамблер. У меня теперь жесткие пластины создаются сами. Улучшенные. Так что, в принципе, это не должно занять много времени. Правда, как быстро они создаются, я там не обратил внимания. Что-то не особо, по-моему. Вообще, у меня все сдохло, пока я их пытался создать. Так что фиг знает. Что-то у меня биотоплива крепкого всего лишь на две пачки. Как-то этого мало. Все, что ли? Я хотел еще 5 часов постоять. Так, ладно. Здесь что у нас? Здесь все еще биомасса, да? Что-то биомасса медленно кончается, я тебе скажу. Заберем отсюда биомассу. Закинем ее сюда. Сюда закинем твердое. Я вот сейчас орех захавал, сейчас опять в горле застрянет. И будет чесать мне горло. Так, вот этот, по-моему, вырубился, да, наверное? А, никто не вырубился просто. Угу. Так, заберем у него вот это. Вот это, наверное, закинем. И вот этот усилим. Сто... Серьезно? Да, я подавился, серьезно. Не кушайте лежа, пацаны. Не забывайте о том, что вас ждут дома. Так, значит, здесь заберем вот эту фигню. Одной хватит. Или даже ноль. А, можно было еще и там забрать, кстати, что она так
Она, наверное, сама по себе много жрет. Сейчас сюда запихаем вторую. Да будет свет! Муха-ха-ха! Муха-ха! Так, короче. Эта хрень производится. Очевидно, что мне надо больше биотоплива собирать. Это как минимум. Это как минимум. А как максимум мне бы побыстрее что-то сделать, чтобы этой фигней вообще не заниматься. Знаешь что? Мне надо 50 вот этих деталей. Почему бы мне их не создать? Да? Сейчас я посмотрю в ассамблере. Что для этого надо вообще? Блин, дорожка, конечно, странная. Напрягает немного. Так, выбор чертежа вот этого что? Ротор и усиленные пластины. Усиленные пластины у меня есть, считай. Вот они производятся. Осталось ротор также замутить. И все на этом. Не понял. А чё они так долго к тебе едут? Тех уже дофига. Вот одна поступила. Смотри, этих поступает 45 в минуту, этих 90 в минуту. Этих надо 6, этих надо 12. 45 умножаем на 2 сколько? 90. Значит, у них идеальное поступление, равномерное. Этих производится 7,5 в минуту. Но они потребляют-то сколько вообще? Дофига этих деталей. Ну, вроде нормально. Правда, долго что-то к ним. Вот это тоже точно здесь не надо, я думаю, потому что очень долго поступают детали. Энергослизни заберем. Значит, смотри. Это производится. Сейчас нужно, чтобы производился ротор. А, ротор... Ротор... Где что-нибудь, что просит ротор? Где... Ну, где ассамблер? Во. А значит, ротор из... винтиков опять-таки и шпилек, то есть вот это и опять-таки винтики. А нужно еще один разветвитель, да? А я его вообще не сделал. Вот я Довинич. Довинич, я же из-за него и отпустил вниз, правильно? Ой, блин. Так, как насчет лифта? Вот так вот. Ну пусть так. Потом к этому месту добавим разветвитель. Можно так? А, о. Это как? Подожди, уберем вот это. Это вход? Это вход, да? Ебать, как далеко она была. О, как раз. Вот так. Потом. По-моему, идеально. Да? Все идеально. Все идеально, не надо мне тут. Все так и должно быть. Так, дальше, смотри. Ассамблер надо. А, у меня хватает даже, смотри. Значит, здесь забираем созданные пластины. Пока здесь, я думаю, не надо склад, поскольку... Хотя сделаю, но попозже. Смотри. Ассамблер. Куда-нибудь вот сюда, да? Вот так пусть будет, ладно. Нет, подальше. Вообще лучше его тоже вынести вот сюда куда-нибудь. Это мешаться друг другу не будут, конечно. Вот в чем вопрос. Лучше уж тогда, чтобы тот производил другое, а тот... Ну ладно, пофиг. Разберутся там между собой как-нибудь. Слушай, у меня фундамент есть вообще-то. Чего я его не использую? Давай. Фундамент. Так.
Серьезно, ты мне мешать будешь, стол проклятый? Прям фундамент столб закопаем. Вот этот уберем. Потом. Вот так. Вот так. 4 хватит ему. Так, хочу маленький. Такой. О, офигенная площадка. Так, теперь сюда поставим ассамблер. Хватает? По-моему, сойдет. А сойдет. Так, дальше. Тут конвейерная лента, по-моему, мешается. А, точно. Ничего не мешается, потому что есть такая штука, как лифт. Так. И тут тоже надо лифт. В ту же сторону, наверное. Все, красота. Теперь смотри. Один из винтиков должен идти туда, все правильно. Второй винтик должен будет идти вот туда. Только так некрасиво, давай как-нибудь. Типа вот тут вот сделаем, да, эту штуку. Вот как-нибудь вот. Вот. Вот тут куда-нибудь. Потом. Вот. Да ты, ну дай мышку мне. Вот так. Потом. Вот туда. Вот сюда. Ну, пожалуйста. Что не позволяет? Во. А я на максимальный выступ поднял? Так, и потом вот сюда. То есть половина туда, половина сюда. Правильно? Кроме того, надо ускорить их производство. Их теперь мало как-то. Ощущается как-то они помаленьку совсем. Так, и я поскольку забрал здесь... Забрал тут складской контейнер, надо его вернуть. Вот прям под ним пусть будет, да? Вот так. А что так криво? Поровнее нельзя как-то придумать ее? Серьезно? Так, тогда вот так. Вот. Не, подожди. Вот так. Повернуть вот так. Вот так. По высоте. Снизить вот так. Потом вот так. И... Ну, почти. Можно как-то поплавнее все-таки, а, чувак? Ты же искусственный интеллект. Почему я тебе говорю, как надо? Ой, как ты достала. А чё тебе не нравится? В смысле, крутая, нормальная. Ладно, пофиг. Хочешь так, пусть и так. Хочешь некрасиво, пусть будет некрасиво. Я чё? А, кстати, вот эти, если убирать, можно? Так-то нормально, чё? Без них. Просто все очень прочное, типа... Плюс притяжение слабое. Все хорошо. Все логично. Так, ты, значит, у нас производишь ротор, правильно? А ты из ротора и этого это. Значит, тут сделаем сразу вот это. Подожди. Штыри нужны вот эти вот. Штыр. Так. Убираем. Потом. Давай, наверное, лифт замутим тут. Повыше вот так. На верхушке разветвитель. А, он опять фигово, да, залезет туда. Непонятно, как-то вставляется. Или оно в него попадает, я вот чего понять не могу. Вроде ровно встает так. Но непонятно.
использован ли он, ну, юзабелен ли он вообще. Блин, пересекаться будут, да? Ай, задолбало. Тогда меняем этаж тут. Повыше. Вот так хотя бы, да? Все, поехала или нет? Нифига не видно. Высоковато. Так, лесенка есть, отлично. О, поехала, нормально. Красиво. Теперь смотри, наш контейнер нужно вернуть складской. Складской контейнер. Опа. И мы сделаем, значит, как вот тут вот он был. Вот сюда поставим тогда его теперь. Да? Придется подниматься за ним? Не, не хочу подниматься. Мало ли понадобится вскоре за ним еще подниматься, ну нафиг. Пусть вот тут где-нибудь валяется. Да, вот так. Сойдет. Дальше. Конвейерную ленту вот сюда. Сложно, блин, эти ленты расставлять, капец. Чё, опять не так? Наложение? Наложение чего? С кем наложение? Ну давай так, не знаю уже. Вы это надоело. Какое наложение, черти подери. Ты дорогу сюда вниз сделай, а. А с кем ты там накладываешься, я что-то не пойму. Из-за лифта, что ли? Нафиг тогда этот лифт. Так уж мне был нужен. Не очень-то и хотелось. Все, нет проблем с наложением. Фу. Так, половину туда, половину сюда. Все сделали, отлично. Наконец-то. Наконец-то, миленький май. Это. Сюда, по-моему, да? Сейчас вырубится электроэнергия. Сейчас дело пойдет, и электроэнергия сразу вырубится, да? Сейчас посмотрю. Смотри, в сети максимум 121, а в сети 115. Этот 15 жрет. 121 плюс 115. Да, все, пизда. Надо быстрее энергослизня воткнуть. Вот так. Вот так получше будет. Как говорится, вот так вот. Вот так вот. Ой-ё, кончается у нас так-то энергия. Кончается энергия, братки. Кончается. Ой, кончается. Так, а... Производство. Нужен еще один ассамблер, который будет из ротора и этого делать уже эту фигню. Так, но прежде мне нужно... добыть топливо, иначе жопа придет всему. Иначе всему придет жопа. Ну, а сейчас пойду добуду топливо. Вернусь и на этом все. Как раз. Час пройдет, наверное, даже... А, уже даже больше прошло. Но все равно топливо надо добыть на будущее. Это самое неприятное, я бы сказал. Такое нужно делать про запас. Там вот я помню, что много древесины было, а древесина это ням-нямка прям.
Протопанцирь тоже неплохо, он сотку дает сразу. Ну, правда, не твердого, но все равно. О, орехи. Орехи мы возьмем на всякий случай. У нас жизни, кстати, мало, надо будет похавать. О, бля, здоровяк. Здоровячок тут. Ну, а нормально вообще собираем. Только в путь. Хоть автокликер ставь. Никто бы не напал. Но если нападут, я думаю, я убежать смогу. Все жизни-то навряд ли у меня сразу отнимут. Блять, кто где? Фу, а это ты. Ты что там встал? Давай. Блин, ну древесины здесь вообще приятно, так много. Недалеко, в принципе. Пошел, насобирал, и насколько мне этой энергии хватит. Единственное, что беда, надо все-таки делать конструктор, я думаю. Ну что это биотопливо, топливо перерабатывать самому, тот еще гемор. Да, в принципе, конструктор несложно сделать. И энергии на него, наверное, уже должно хватить. Он просит, то по-моему, 5. Не так уж и много. Смотри, уродец какой. Так, все. Сейчас я еще вот тут насобираю. Сваливаю из этого мутного места. По добру, по здорову. Че, у меня палец устал? Так, это что такое? О, здорово. Ты злой? Добрый? Я тебя что, зазря убил, что ли? Серьезно? Ну, извиняй. Извиняй, не думал. Я думал, ты там дашь мне какие-то исследовательские данные, я не знаю. Что за пальмочка маленькая такая? Я бы лучше на лифт залез, чем вот на эту мою вышку маленькую. Что за звук блестящий? Музыка, конечно, такая мистическая. Что там? Камни какие-то. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Что нахуй? Сука, как меня это напрягает. Музыка прям такая атмосфера, знаешь, она не расслабляющая, нифига, она как будто бы хочет быть расслабляющей, типа. Но она напрягает, как будто хоррор какой-то, я не знаю. Чё мне сейчас в уши сказали, я вообще не понял. Чё это твой контракт? И я ничего не понял вообще. Так, звучит как контракт на твою жизнь окончен. Мы исполнили свою сделку. Так, короче. О, веселая переработочка. Переработочка, моя любимая прям. Так, сделаем все-таки кон... Блядь, опять звук этот ебаный. Шо шумит вообще? Так, где? Конструктор. Одну усиленную железную пластину, она там есть. Там добывается, это мы знаем. 26 уже, нифига. 26 уже. Так, сделаем... Ассамблер так-то тоже надо. Конструктор замутим, вот сюда поставим. Вон кончилась энергия.
конструктор вот сюда замутим, чисто для электроэнергии, чтобы здесь он был у нас. Вот сюда фигачим листву для начала. Вот так. Пусть в биомассу перерабатывает. К электросети его подключаем. Так, и куда-нибудь там. Вот к этому, да? Да, вот к этому. А он сам-то подключен? Да. И смотрим, где у нас закончилось. Добавьте топливо. Вот сюда вот тогда вот это пока запихаем. Думаю, у нас единственное тут закончилось, да? Ага. Ты работаешь? Биомасса поперла потихоньку. Поможем ему тоже. Все, что у нас есть, переработаем. Вообще, уже надо бы думать не о том, чтобы перерабатывать биомассу в это. Листву и всякую эту фигню. Уже надо новый источник энергии добывать. А не вот это вот всем заниматься. Мне кажется, лучше всего в твердое будет перерабатывать станок. По логике он так должен быть. Типа, ну, листву в биомассу я могу, наверное, там натолкать. Все это должно быть нетрудно. А вот в твердый уже как-то должен быть он, по сути, более, так сказать, эффективен. Ну где я? Так, панцирь. Угу. Соточку нафигачили. Так. Что там у тебя? Какой-то долгий. Давай сразу вот это. В твердое. А я забрал то, что у него было интересно? Надеюсь, что да. Так, 8 биомасс. Биомасса, поехали. 60 в минуту. Наверное, нормально, не знаю. Вообще, можно сделать еще... Знаешь, что? Вот так даже, наверное. Вот так. Потом. Биомассу сюда всю запихать. Всю биомассу сюда запихать. Да, и он будет делать твердую. А я ручками своими буду все в биомассу превращать. Но это еще не все. Это еще не все. Потому что у того забьется и все. Твердая биомасса. Поэтому надо еще один складской контейнер. Что печально. Слишком дофига складских контейнеров тут уже, по-моему. Так, потом. Так. Все, сюда пойдет твердая биомасса. Сейчас все мы переделаем. В биомассу все перетыкаем, перетолкаем. Но это быстро делается, кстати. Листва в биомассу быстро делается. Еще там тык-тык-тык-тык-тык и все. Вот. Уже все. А вот это, блин, 1100 с лишним. Еще и место дофига занимает, кстати говоря. Ну хорошо, что там много дерева на самом деле. Учитывая, как много это дает, в отличие от листвы. Повезло, что там много дерева. Наверное, это прям хорошо. Не с чем сравнивать пока что, на обычной планете не спавнился. Вообще было написано, типа здесь трудности с электроэнергией. Вот, видимо, я с ними и сталкиваюсь, то что у меня постоянно надо вот бегать и электроэнергию фигачить. Так, почти все переработалось, в принципе, можно все это запихивать. Так, 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 так. Все, пока. Сейчас посмотрим, что тут у нас. 66. Ну, в принципе, должно хватить для одной из этих. Так, не для этой. Но это не надо, по сути. Я биомассой запихал. Так, хотел я сделать еще напоследок, знаешь что? Последок. Сделаю еще один вот этот ассамблер. Все-таки не могу
смириться с тем, что происходит? Что такое, так плохо поступает или что? Винты. И... Так, винты. 14. Прутьев уже дофига. Винтов 15. Так, подождите, винты очень плохо поступают, да? По какой причине? Да нормально они вроде поступают. Фига ли так долго работаешь? Надо ускорить производство... Ай, блин. Производство винтов, короче, я понял. А это надо туда топать далеко. Ладно, пока не надо. Пока не надо, меня волнует сейчас производство фигни вот этой моей. Производство вот этой фигни. Сейчас скажу, какой. Вот ассамблер еще один. Решающий. Который будет две этих штуки в себя впитывать и производить для нас... Для отправки в космос штуку. Даже в ту сторону его направим. Типа он такой туда идет. Вот. Да хватит. Вот так. Ладно. Так, сюда. И... Сюда. Все, вроде зашибись. Теперь ты делаешь умную обшивку. Все идеально. Соточка здесь, наверное, поместится, я думаю. А мне всего 50 надо, так что пусть производит. Ротор полетел. Эти усилия, нифига их сколько, а ротор всего один. Да, надо усилить все-таки производство винтиков. И еще. Нужно электроэнергии больше теперь опять. Сейчас вырубится, да? Так. А, энергослизней не осталось. Печальненько. Серьезно не осталось? Ой, как печальненько. Ой, как печальненько. А он работает, да, вроде все нормально. Да, работает потихонечку. Медленно, но работает. Так, 2 в минуту, 2 в минуту. Все вроде одинаково поступает, но на самом деле нифига. На самом деле нифига не одинаково, потому что вот это тут на самом деле не 2 в минуту делает, да? Подожди, вообще написано 4 в минуту. Это его возможность, правильно? Но по факту это не так. Я правильно понимаю или как? Вот здесь 100 в минуту написано. А здесь всего 20 в минуту написано. Я ничего не понимаю вообще. Это то, как он быстро потребляет их, правильно? 100 в минуту. Вот давай сейчас подумаем. 100 в минуту он потребляет. А сколько производится? Сейчас посмотрим, сколько производится их в минуту. Вот сколько их производится в минуту, это мы делим на 3, это число. Вообще роторы и усиленные пластины мне тоже нужны отдельно, чтобы делились отдельно на склады. Смотри, производит 40 в минуту. Ага, понял, всего лишь 40 в минуту он производит. Это железо. Железо у нас еще, короче, вот там было. Надо все-таки ускорять производство винтиков вот этих, потому что это жесть. Слишком много надо этих винтиков. Их 100 в минуту у него потребление. 100, представляешь? У меня производится всего 40 на целом этом. Так что нужно будет ускорить. В следующей серии начну с того, чтобы винтики эти все замутить. Ну и электроэнергию напитаю. Хотя не, знаешь, как сделаю? Может, свернуть игру, чтобы вот это все производилось? Потом ресурсов дофига было. Не, нифига, я так делать не буду. Я сохранюсь. И на сегодня хватит. Все, всем спасибо за просмотр. Пойду бай-бай. Или посмотрю еще что-нибудь анимушку какую-нибудь. Вот, в общем, до следующих встреч.